Разбудит солнце, поднимет на рассвете, и что подарит нам сегодня день опять. Но это все не важно, и будет все как прежде, и в нашей жизни нечего менять. Сегодня может плохо, а завтра будет лучше, но все пройдет, и главное, что есть твой старт. И даже если грустно, печалиться не нужно, играй и пой, музыкант. Танцуйте, веселитесь, живите, наслаждайтесь. Пусть будет жизнь красивой, в себе не сомневайтесь. Танцуйте, веселитесь, пусть музыка вам льется. И пусть за все добро всегда и всем зачтется. В нем будь каждому рад, играй и пой, музыкант. Пусть вашей жизни любовью будет полон, и пусть рекою льется счастье в добрый дом. Сбываются надежды и радуются дети, а музыка украсит каждый стол. Давайте будем вместе друг другу улыбаться и говорить при встрече только теплые слова. Лишь только раз на свете нам жизнь дана такая. Играй и пой, музыка. Вы основатель своеобразного жанра русскоязычных армянских песен. Ну, если можно так сказать. Как вы оцениваете современных исполнителей этого жанра? Очень нормально отношусь. И мне нравится очень. Очень много талантливых молодых ребят в этом жанре поют. Мне нравится. Есть ли у вас свои любимые исполнители? Исполнители? Их много. Их много. Ну, конечно, в первом... Самое первое место занимает это мой внук, которого, понятно. Да, я не имею права даже об этом не напоминать. А так очень много. Так, как тебе наша публика? Понравилось ли тебе? Великолепные люди. Да, великолепные. Полный зал красивых людей. Супер, танцуют, веселятся, как я люблю. Особенно когда девушки. Девушки самые красивые, я понял, это уже, да. Что для вас ваше творчество? Потребность души или образ жизни? В общем, это и потребность души, и образ жизни. Как вы думаете, какое поколение больше слушает ваши песни? Или у вашего жанра, есть ли у вашего жанра вообще будущее? В общем-то, сейчас мне даже стало удивительно, что в зале собирается очень много молодежи. Да, вот я все время думал, наверное, все-таки мое поколение. Но нет. Да. И молодежь начала интересоваться. И я всегда, даже мне приятно бывает, что в зале сидят очень много молодых. И сейчас. То, что это, и сейчас, да, то же самое будет. И то, что будущее есть, я думаю, есть, конечно. Не все держится на джазах там или каких-нибудь эстрадах. Поете ли вы песни других авторов или только свои? В основном я пою свои, все песни я писал, но есть у меня друг, поэт, в Израиле живет такой Рафаэль Аминов, с кем я, когда мне трудно, я попрошу, и мы вместе что-нибудь такое придумаем. Он мне очень много помогает, он хороший, прекрасный поэт. Что в твоем доме всегда звучала только веселая музыка. Давайте наслаждайтесь, пусть будет жизнь красивой, в себе не сомневайтесь. Танцуйте, веселитесь, пусть музыка вам льется, и пусть за все добро всегда и всем зачтется. В нем будь каждому рад, играй и пой, музыкант.
живите, наслаждайтесь. Пусть будет жизнь красивой, в себе не сомневайтесь. Танцуйте, веселитесь, пусть музыка вам льется. И пусть за все добро всегда и всем зачтется. В нем будь каждому рад, играй и пой, музыкант. Танцуйте, веселитесь, живите, наслаждайтесь. Пусть будет жизнь красивой, в себе не сомневайтесь. Танцуйте, веселитесь, пусть музыка вам льется. И пусть за все добро всегда и всем зачтется. В нем будь каждому рад, играй и пой, музыкант. Спасибо, будьте здоровы, всем вам счастья, радости. До свидания, спасибо.